Здравствуйте всем. Сделаю быстрое видео. Так, Мехта отказал по Розалису. Отказал по, чтобы дали класс. И второй отказ. Там второе прощение, что было. Их уже начали вызывать. Это тоже прощение. Он отказал. Но он тут говорит вот то, что было написано. Without prejudice. Это не окончательный отказ. Они могут еще подать, но я не знаю, они подадут или нет. Но главное, новость тут. Мехта по классу отказал. И про экстренно, чтобы была помощь вот Розалевцам, тоже отказал. Почему он отказал? Так, вот у нас причина тут. Потому что они не показали суду ни одного единственного, ни одного человека, который с доказательствами. Вот кто пострадал. Да, вот ни фактов, никаких доказательств, ничего нету. Вот тут я красным все это обвел. Вот. Это сейчас история, только мы только получили. Это еще развивается, поэтому я сейчас не буду углубляться, но причина отказа, потому что команда Моррисона не смогла предоставить доказательства. Ни одного доказательства, ни одного, не указала ни одного этого. Plaintiffs, истца, да, с этим, с декларацией. Так что вкратце вот это. Хош, узбек тілді қыламыз. Мана хозыр чықты бұл. Қанша болды? 20 мүмі, 30 мүмі бұл чықты. Мана шу қарорды, мехтаны қарорды. Класс бойынша рад жауап, отказ. Тез ердам, маналарыңланы очыратсыз, чақырыш, навбатсыз. Мүмгем отказ. Бұл Розалис, Джейкоб бойынша. Қошнамаға бұл рад жауабыны берді. Бұл бұл нама дейді. Мехта, сіла дейді бронта одам. Бронта, әншу даву үшіні, намасыны көрсетмәділәрі. Испотты білем. Қана әншу даву, Анши именно анши Джейкобта слахиган манши нималар талаблар бу давлатты хатолары туфайли шу одам бронто одамды көрсетмәдләрең бетте бронто испотыны көрсетмәдләрең нима дияпты 39 та испоттан бронтасы да аны испот юк фақат олды қошты гапла дейді деген гапты гапырыяпты енді бұл хозыр бөлді енді әлі яңгілікілі көп бөліші керек енді қарорлайын бітті бітті шықса керек. Hozircha shu Rozalis Jeki bo'yicha klassga rad javobini berdi. Ularni navbatsiz chaqirishgan rad javobini berdi. Hozirchi nimalar? Hozircha shu. Hammaga rahmat.